Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня нахожусь в 50 километрах от Валенсии. В очень интересном месте. Место это называется Куэва дель Тронг. То есть это пещера, которая находится сзади меня. Она очень интересна. Интересна тем, что зайдя в пещеру, вы найдете в камнях вкрапления пирита, или, как говорят, золото дурака. Ну, кто занимается поиском золота, то эти ребята все знают, что это такое. Можете загуглить и прочитать эту информацию. А для любителей самостоятельного туризма я рекомендую этот маршрут. Почему? Потому что, в принципе, он небольшой, средней такой сложности, где-то 5 километров. Ну, и идти по этому маршруту несложно. Вы увидите очень красивую природу, зайдете в пещеру, все посмотрите. В принципе, такой отдых легкий. Так что я вам рекомендую. Ну и оставайтесь сейчас со мной, кому интересно посмотреть этот маршрут. Итак, друзья, я нахожусь в деревне Артана, вернее, на окраине деревни, в индустриальной зоне, откуда и начинается этот пеший маршрут. Нам надо добраться до пещеры, название пещеры Куэва дель Тронг, где мы увидим пирит, как его называют в простонародье, золото дураков. Местные власти очень заинтересованы в оживлении своего культурного и горного туризма. И как следствие мы видим это на самом маршруте, все хорошо обозначено, заблудиться практически невозможно. Хотя на этом маршруте есть одна маленькая засада, и я вам ее покажу, чтобы вы не отклонились от маршрута, это километров на 6. Сам маршрут кольцевой, относится к среднему уровню сложности, составляет 14 километров с приблизительной продолжительностью около 5 часов. Максимальная высота маршрута достигает 744 метра над уровнем моря, минимальная 280 метров. Совокупная высота подъема и спада составляет 497 метров. Рекомендую использовать на этом маршруте горную одежду и обувь. И обязательно не забудьте взять с собой питьевую воду. Обратите внимание на эту развилку. Как я ранее говорил, есть маленькая засада. Этот маленький указатель. Не пропустите его. Вы рискуете сделать круг, это километров 6. Надо идти всегда и быть очень осторожным. Потому что вот уже какого-то путешественника скушали. Видимо. Потому что остались ботиночки. Вот. Так что нормально. Идем дальше. Постепенно мы поднимаемся вверх. Не забываем смотреть на указатели. Стоит, наверное, немного поподробнее рассказать о самой пещере. Как я ранее говорил, пещера находится в 50 километрах от Валенсии, возле деревни Артана. Это уже провинция Кастельон, природный парк Серра де Эспадан. Сама пещера небольшая, длина ее составляет около 300 метров. Глубина 63 метра. Это одна из самых посещаемых пещер в провинции. Также пещеру называют 23 тысячи летучих мышей. В пещере спелеологи обнаружили крупнейшую колонию пещерных летучих мышей. К слову сказать, эта мышиная колония самая большая в Валенсийском Содружестве и одна из трех крупнейших колоний в Испании. Да, друзья, я вам скажу, это не шутка, вот так подниматься наверх. Довольно-таки это муторно. Надо подниматься почти 5 километров вверх, чтобы добраться до этой пещеры. Ну, наверное, это стоит того. Так что идем дальше.
надо рассказать и о самом пирите. Пирит – это сульфид железа ярко-желтого золотистого цвета. По цвету очень схож с золотом, за что и получил название «золото дураков». Так называли пирит во времена испанских конкистадоров. Прибывшие в Америку испанцы грабили индейцев, имевших очень большие запасы золота. Ведь золото считалось священным металлом. Но конкистадоры не знали, что у индейцев пирит считался и священным камнем, и ценился не хуже золота. Из пирита тоже делали всякие украшения. Испанцы думали, что это золото, и увозили в качестве добычи домой. И естественно, дома рыцари поднимали насмех, когда выяснялось, что целые трюмы кораблей были набиты дешевым минералом. На эту уловку попадали не только испанские конкистадоры, но и во времена золотой лихорадки на Аляске. Надо отметить, что пирит всегда сопровождает золото. Это хорошо описал в свое время Джек Лондон. Отличить пирит от золота не составляет особого труда. Достаточно слегка нажать на поверхность металла, золото оно мягкое, оно продавится. Поэтому золото раньше пробовали на зуб, а перитом можно поцарапать даже стекло. Ну вот, дорогие друзья, мы подошли к пещере, давайте посмотрим, что мы там увидели. Ну вот, друзья, добрались мы до места. Короче говоря, вот здесь находятся какие-то крапинки пирита самого. Хотя в архивах пишется, что в округе Валенсии описывается, что были такие залы пещерные, что там вот именно идут прям как россыпи золота, да? Но, как я понял, это не россыпи золота, это россыпи пирита самого, такими капельками, то есть его надо собирать. Ну, это уже хорошо, хоть что-то мы нашли. Ну, сейчас я все покажу вам, как это мы все тут снимали, как мы вот это вот пытались тут все отснять. Честно говоря, в пещере это моя первая съемка, ну, как вышло, так вышло. Так что сейчас покажу. Так, друзья, вот это мы уже зашли в саму пещеру, добрались, проползли как могли. Серега, дай-ка света туда наверх, чтобы мы хоть как-то могли показать это все дело. Вот такой вот зал интересный. Ну, цель нашего визита была это вот показать сам пирит, какой он здесь бывает. То есть он как-то тут, получается, капает вода. И с ним вместе как-то вот идут вот эти песчинки, да? И вот оно все блестит. Надеюсь, что iPhone все это запечатлит правильно. Вот, так что вот такая вот красотень. GoPro не берет эту съемку, но зато мы уже вот тут как бы на месте. Вот такая вот красота. Ждет. Это все пирит. Вот. Снимать страшно неудобно. Ну что сделаешь, надо снимать. Хоть как-то снимать. Ой, ребята. Так что такие вот нас ждут красоты. Но это стоило того. Пройти 5 километров. Вот. И как-то это все все-таки заснять. Вот. Красотень, красотень, красотень. Это, конечно, эксклюзивчик. Золото пока мы не нашли, но мы у цели. Да, Серега?
Ну, что ты смеешься? Плох тот солдат, который не хочет быть генералом, да? Вот она. Вот оно блестит, золото все. Хотя в архивах описывается, что стены золотые в пещерах. Помнишь, Серег, мы тогда переводили с латинского? Значит, где-то здесь есть такие пещеры, где вот так же и можно соскребать золото, как я понимаю. Ну вот, первая наша вылазка такая интересная по поводу именно пирита. Ну и самое главное, что вот этот пирит можно... Да, там уже в долине, видишь, не показывает, не пробивать надо. Брать, конечно, помощнее. Ну и по поводу пирита вообще. Вот он, такой хороший пример золота дурака, да? Казалось бы. Так что, Сережа, ну-ка давай вот туда посвети тоже. Посмотрим, что тут есть. Вот эти дырки покажем на видео тоже. Ну, то есть, не просто там что, пирит, да, мы нашли, да? А вот тут вообще интересно, вот смотрите, какие-то такие выемки интересные в пещере, что приходится вот, я вот что-то все снимаю, так красиво смотрится все, между прочим. Но я вот хочу сказать, что iPhone не подводит, у меня даже вот GoPro, оно в темноте не снимает, а вот этот хорошо снимает парень, iPhone, короче говоря, рулит. Так что вот так. Дальше будем еще что-то снимать. Сейчас пойдем вниз, может, еще что-то снимем. Вот это вот попробовал я зал снять. Но фонарик, видите, у меня не мощный. У нас два фонарика. И вот я попытался там что-то вот так вот это, но ничего не видно. То есть тут ходить, то себе ноги переломать. То есть надо еще оборудование более-менее нормальное. Ну, я вот на этом, наверное, и закончу свой репортаж. Почему? Потому что у меня была цель, в принципе, это показать пирит, золото дурака, да? Ну, я это как бы достиг. Тут лазить, в принципе, как бы не очень-то хорошо, потому что чревато последствиями. То есть, а мы с собой оборудование не взяли это, то есть не готовы, поэтому рисковать не будем. Ну все, на этом я заканчиваю свой репортаж. Друзья, надеюсь, вам это понравилось. Всего хорошего. Ну все, отваливаем тут. Тут, в принципе, мы задачу нормально сделали.